Здорово. Короче, я решил... Ладно, так все быть. Постой. Не торопимся. Я заметил, что звук... Пусть будет, может, так. Но он, ну, очень тихий. Прям, ну, капец какой тихий. Потому что игровых звуков даже не слышно было. Не знаю, от этого отсниму, посмотрим. Посмотрим, как да чё. What the fuck? Что за блять? Something wrong. Деклан, сука. Where did everything go? Ну, ладно, я иду вперед. Ой, никуда не упал. А, мне же есть фонарик. А чё так темно-то, бля? Ладно. Я не трус, не боюсь, и поэтому шагаю смело в темнищую темнотищу, блядь. А чё так? Туман ещё какой-то. Пещера безумия. Ну окей. Безумие так безумие. Что мне... О, мой бог. Why is it glowing? Да, а где моя одежда-то, бля? The orb is reacting to my hand. Ты еще не подошел, как ты знаешь, ну. Ah, my hand. Why is this happening? Интересно. Так, у меня нету сканера, молодцом, вообще проебал где-то все. Фу, фу, что там за хуйня? The orb is glowing. Oh, doesn't like that. When I turn to look at it, it retreats. Брайан, там, сука, сиди нахуй, мразь. Глист ёбаный. Червь поганый. Хуйня ебаная. Так долго, блядь. Так, они света боятся. Three connections, all pointing to individual orbs. Так, ну я даже не знаю. Чё за хуй? О-о-о-о. Погоди, постой. What's going on? Fully powered. Какого хуя-то? It's burning under the skin. Иди ты нахуй, да? О-о-о! Какую сферу мне, блядь? Так, положить какую-то сферу. Хуйня это еще какая-то. Че, мне может назад пойти?
сходите нахуй. Да нет же. Ха. А, то есть пока я на нее смотрю, она мне нихуя не сделает, да? Смотри, сука, мои глаза, мразь. Так, сфера ты рыпыры. Некогда читать. А? Так. Я в твои глазища, блядь, смотрю. Как бы сказали, что это падла боится, когда в нее тычут глазищами. Так, сфера по кабрати. А что это за хуйня? Это за ход лапец. Так. Видим какие-то глаза, какая-то черная. Черная шняга. Ладно. А где я? О, сна нет места, которое тут может назвать своим. Меня зовут Неразборчиво. Все еще здесь на планете. Все просто. Я пишу свой метод. На письме будет понятно. Я беру сферу с волнообразным узором и заряжаю ее с помощью машины, которую я построила по марсианским схемам. Нагнетание анимы выжигает заражающую сферу гниль. Это работает, но очень ненадолго. Затем вспышка накачанной анимы моментально выжигает сама себя, позволяя нуль патогену снова пустить корни. А что если я намочу ее в бассейнах? Моя теория верна, у меня все получится. Whoever was here was trying some kind of experiment. Я вообще не понимаю, The Orbit... А почему комната? А... Где установить место, которое тут так... Сегодня меня рвало отвращение к своей неудаче. Не то, что... Сторглась из меня, пыталась уползти. И глядела с мольбой, как я убиваю ее. Его. Легко вам, Неразборчиво. Вы уже ученый. А я. Нет неудачных экспериментов, есть только новые данные для анализа, да? Да, сферы осквернены. Их начальная цель искажена святилищами свистящими частотами гнили. Я приказала черному червю покинуть сферу, но гниль упрямо. Она не оставит труп своего врага. Полагаю, это источник света, но мне не нужен свет. Я уже давно не использовала студень в моих глазах. Короче, так это... Нина, что ли? Сука, тварь. Она эту хуйню достала. Так, хватаем сферу и бежим. This one's working differently. The scar is not charging this enough. Maybe I need more energy. И чё, блядь, теперь обосраться мне? я тебя вижу. Я вижу тебя. А ну уёбывай. Уёбывай, сказал. А ну, пошёл. Пошёл нахуй. Нахуй пошёл. Тварь. Я тебя вижу, блядь. Сука. Сиди там. Я вижу тебя.
Ну пошел. Пошел. Сука, себе отсюда. Ну, убирайся. Тварь. Пошипи там, блядь. Ух ты, блядь, тварь. Я вижу, бля, куда, куда, сука, а ну иди обратно, а ну, съеби, тварь. It worked, it's clearing the way. Чё? Чё за хуйня на мне? Блять, опять эти. Ага, с вами это серо положил. Ну отлично же, блять, гениально. Потрясающе. Угу. Так, чё тут? Что интересно, нет? А кто я? Существую ли я? Никто не существует. Все мы только мысли, пришли новые мысли. Они похожи на космических людей. А в скафандрах они могут разбудить спящих. Думаю, я подвергну их пыткам. Моя мать пугала меня историями о ведьмах и колдунах. Зеленозубая Дженни, заманивающая детей в пруд, чтобы съесть их, но моей матери никогда не существовало. Я могу быть зеленозубой Дженни, гнилозубой Дженни, я нашлю этот кошмар на космических людей. Интересно, привлечет ли их свет этой миленькой сферы? Я могла бы быть оскалом прозрачных зубов, а под стеблем фонарика рыбы удильщика могла бы быть куском говна, спасибо. Не нравится мне вот эти... Я извиняюсь за эту паузу. Мне её зарядить как-то надо? Нет? Вставляю. Где-то что-то сверху. Блять, да вы даже к стене не прикреп. Ну, ёбаный. Вы что, думали, никто вверх смотреть не будет или как? Надо дверь выбить или выломать. Я не знаю, что мне, блядь, сделать. Обосраться, блядь, два раза. Ой,
я чувствую, эта игра больше меня будет раздражать, чем... А. Ну, охуеть. Посмотрите, должен был ее. Тяпки такие. Так. О-о-о. Так. О-о-о. О-о-о. Блядь. А, пошел нахуй отсюда. Моя сфера. Иди в пизду. Бежим нахуй, спасаемся. Блять, опять и застрял. Хрень. Черная лажа. Ага, молодец. Великолепно, блядь. Поздравляю тебя. Нахуй. Окей. Да что? Что мне? Ковер меня пожирает или чё? Здесь нихуя. Почему здание какое-то? This is familiar. Three connections. И теперь глазами туда лупаем. Так. Нет, нихуя, да, не лупаем. То есть, а. Теперь должен с ней взять. И... Ну я ж, блядь, зыркаю. Полный отстой какой-то. А. Типа я с ней не могу? Охуеть, я не могу со сферой зыркать. Что-то мешает.
Серьезно. Мать твою. Иди там нахуй. Окей, хорошо. Я у Кракена где-то внутри или что? Всем, блядь, не нравится. Ну что такое, вот сейчас у меня жутковато есть. Не люблю какие-то вот эти сосиски. А чё, я уже бежать не могу? Так. Привет, маленький сон. Ты даже на бабу-то не похожа, во-первых. Лицо у тебя мужицкое, это во-первых. Во-вторых, у тебя волосня расположена как-то по-ебанутому. Ты ужасная. Ты отвратительна мне. Просто отвратительна. What? My childhood basement. Темные яйца, подвал. Замечательно. Вот я в подвале своего детства. Как одно с другим связано, я пока не понимаю. Я был космонавтом, да. Looks like something's stuck here. Так потяни, блядь, и посмотри, что там застряло. Блядь, круто. Изучи. I don't even know what I'm looking at here. Такое не, да? I wonder if this timestamp is important. Надейся, баран. I see light behind the bookcase. Читать. На память. Углерод, берилли, гелий, такой же, как второй. Берилли. Периодическая таблица прачечная. Атомный номер, номер тома. Carbon, beryllium, helium. Чего? Углерод, бель, гелий. Thank you.
ебалу тебе в рот пока. Понятно, закрыто. Маман? A note on the bookshelf had a list of elements. Ой, фонарь какой позорный, блядь. Так. Шесть. Да, надо записать. Буду делать записи. Я даже не знаю, делаю я правильно записи. Да четыре. Два. Такой же, как и второй. С4, 24. Да легко же. Ага. It's that thing in the greenhouse. That timestamp might be of use. Да-да, та же штука, все то же самое. Looks like something stuck here. Ну так выбей нахуй. А вот лом-то у тебя с собой есть, да? А фонарика нету, блядь. Ой, иди нахуй. It looks like some sort of doorway. Maybe I should take note of that. Так. Мартыха какая-то. Охуенно, да. Она отгоняет злых призраков. Та самая мартыха. Время нелинейно, так ли это? А может быть, время это плоский круг, чашка Петри, в которой тыкают гигантские пальцы. Мы бактерии, так ли это? Я постоянно вижу вещи, происходящие не сейчас. Это осложняет отношения с семьей. Я заперла себя здесь. Чистая фотобумага и химикаты помогут сделать мои видения явными. Я могу их проецировать. Да, химикаты особенно. Я вижу космический корабль, направляющийся к Красной планете. Это планета для шестерок. Все, кто жалуется, они все там. It's the Cyrano. Да, это. Are those people flying out of the ship? Да, вот как ты делал с кораблем. It's the Manticore logo. It definitely looks like the Cyrano. Так очень темно.
темная комната. Стук до того. Открой двери. Не знаю я. Мне не выгодно без света. Так, что там у нас? 6424. Значит так, 6. Интересно. 4. Два. What is all this? I've never seen this room before. Ну, теперь я видел, что... Is mom really keeping this thing down here? Да, твоя мама сатанистка. I remember her being an eccentric, but not like this. Да. Мурашка пробежала. Окей. Хорошо. Пока... А можно в Хаю... В Халма... В Хтагн... Я... Гнаих... В Хтагн... Я Афг... С... Ухн... Спящие были... Вместе будут... Они родили потом... Они родители, потомки ясли. Они спят между пространствами. Их сны раздуваются и богохульствуют, порождая трепещущие измерения, которые спариваются друг с другом. О, измерения спариваются друг с другом, как это интересно. Образуя новые непостижимые пространства. Не реальность, не иллюзия, гиперреальность. Не гипериллюзия. А правильные заклинания позволяют путешествовать в эти скрытые измерения. Но человек может попасть туда и случайно, и благодаря знаниям о спящих, и благодаря близости к ним. Короче, его мать была сатанистская, она открыла потустороннюю дверь в другое измерение. И разозлила, потом она вернулась сюда, ебанутая. И теперь преследует своего сына. Потому что хочет принести какую-то там жертву. Я не знаю, я так чисто догадываюсь. Ну, графика уебанская. И жидкие сны обволакивают проход. Можно назвать это ересью. Нергала. Вот, блядь. О, ебанутая. Нужно назвать это всепожирающей чумой. Можно назвать это нульпатогеном. Черный червен. Червем. Черным червем. Читаю. Гнилью. Шипящий небесный сифилис. Дары реальности, ужас. То он похож на хер такой опухший какой-то. Может попасть в эти визжащие пространства. Чтобы уйти, нужно найти разрыв. А, в коже космоса, охуеть. Я чфтагху. Я чфтагху. Я чшаг. Я чжог. Жог. Ой, блядь. Ты писал, молодец, ебанутый. Не, фантазия есть, конечно. Такие письма написали. A pair of orbs. Weird.
Even from this photo, it feels like they're watching me. Ты сказал, теперь и мне так кажется, придурок. Зачем так делаешь? Опять что-то интересные, странные записки. На Марсе не бывает солнечных затмений. Фобос и Деймос слишком малы для этого. Однако полные лунные затмения Фобоса происходят почти каждую ночь. Эти ужасные братья ведут себя не так, как наша Луна, а проворный Фобос поднимается на западе и садится на востоке, чтобы вновь появиться на небе всего через 11 часов. Деймос лениво поднимается с востока. Обе Луны неподвижны, они всегда обращены к Марсу одной и той же стороны. Они никогда не отворачиваются, они не отводят взгляд. Фобос стремится к Марсу, его орбита медленно уменьшается. Когда-нибудь он врежется в красную планету. Данные свидетельствуют о том, что у Марса, возможно, было еще много лун. Но все ждала одна и та же судьба. Все они погибли. Погибли все луны на Марсе. Охуеть. Новый. Это предмет. А, что было первым? Так, по времени, да, смотрим. Ну, по времени вот это идет у нас первое, да? Просто вот. Они летят. Потом второе. Какие-то человечки тут. Давай. Третье. Дверцы. Давай уже лепи нахуй, заебал. Разглядываешь. Четвертое. Естественно, вот это. Пятое. These symbols. They're similar to the ones on the altar. Что на алтаре? Что мне сделать? Что здесь? О, блядь. Huh. No glowing symbols on these tablets. А эти символы полетели куда-то туда. Окей. Теперь что за задачка? Давай сходим, проверимся. Мартыху надо пощупать еще раз. Тебе это вообще вот не западло делать-то, блядь? Не страшно, точнее? И так ты не теряешь самообладание. О, смотри. Тут чьи-то яйца. What? Is that? What is that fuck? Так. Да, все-таки. А если вот все-таки там же была табличка выключить, ну, я так думаю, что надо выключить везде свет. Давай я посмотрю. Главное. Сейчас сходим туда. Я уверен, что сейчас, когда я потушу везде свет, тут появится нечто вонючее и безобразное, которое нам придется обходить, ну, там по кругу.
one of the tablets started glowing when I neared the altar. I suspect the blank ones are missing something. Чего-то еще не хватает. Чего, блять, тут не хватает? Чего тут нахуй может не хватать? Где я вам быстро? Felt like my brain was melting. Those symbols were similar to the ones at the altar. То есть я должен походить эти символы понаходить. Потрясающе. Великолепно. Так. А где, как, блядь, не понять, где еще? О! Так, где еще один символ? I can feel them vibrating behind my eyes. Какаха. Yes, little bard. Лату барда, барда 3. Короче. Такой темный экран, что я сейчас усну просто. Проблемы со связью? Я что, отрубился? Did I drift off? That dream. God, it felt so real. The hair on the back of my neck is still standing on end. Да ты пиздец, что ты за придурок такой? Declan. Declan. Так, ну, на этом, наверное, пожалуй, еще. Да, я сказал, все. Ну, я, честно, сейчас вот у меня уже, значит, глаза такие уже закрываться, то есть пока я по темноте бродил в этом. С червем было поинтереснее слегка, ну, то все же слегка. Посмотрим, посмотрим дальше, будет эта игра. Что-нибудь удивит. Ну да, были там. Вау! Два раза, да? Два раза вроде у меня такие мурашки были и все. Это очень прискорбно. Ладно, давай.